комплекс лечебной гимнастики при мастэктомии, предоперационный период. Комплекс выполняется в исходном положении лежа. Лежим прямо на спине, руки вдоль туловища, ноги свободно. Выполняем вдох через нос, надуваем живот, втягиваем живот, выдыхаем через рот. Пауза. Надуваем живот, втягиваем живот, выдыхаем. Вдох, надуваем живот, поднимаем. Пауза. Выдох. Снова надуваем живот, поднимаем. Пауза. Выдох, втягиваем. Пауза. Дышим свободно. Поднимаем правую ногу вверх. Раз. Опускаем. Два. Поднимаем левую ногу вверх. Три. Опускаем. Четыре. Правая вверх, правая вниз. Левая вверх, левая вниз. Правая вниз. Левая вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Достаточно. Согнули ноги в коленях, стопы на ширине плечевых суставов. Поставили ладони на грудную клетку, на ребра. Локти в стороны, кисти с боков, на ребрах. Делаем вдох через нос, втягиваем живот, расширяем грудную клетку. Выдох, надавливаем на ребра, втягиваем живот, грудная клетка опускается. Расширяем ребра, расширяем грудную клетку. Вдох, выдох. Вдох, втягиваем живот, расширяется грудная клетка. Выдыхаем, живот выпячиваем, ребра сдвигаются. Еще раз делаем вдох, расширяется грудная клетка. И выдох, опускаем. Руки вдоль туловища, ноги согнуты. На ширине плеч стоят пятки. Наклоняем голову из стороны в сторону. Направо наклонили голову, налево наклонили голову. Голову наклонили направо, наклонили налево. Направо, налево. Направо и налево. Положили ровно. Повернули направо голову, посмотрели вправо, перекатили через затылок, влево смотрим, медленно выполняем направо, налево, направо, налево, направо и налево. Голову положили ровно, руки вдоль туловища, ноги прямые, лежат вместе. Сгибаем в колени правую ногу, пятку поставили к тазу. Раз. Опустили ногу. Два. Левую ногу согнули, пятка к тазу. На четыре опустили. Делаем. Правая нога вниз. Левая нога вниз. Правая нога вниз. Левая вниз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Согнули обе ноги, пятки у таза, колени, стопы вместе. Разводим колени в стороны. Раз. Соединяем. Два. Выполняем. Выдох, колени врозь. Вдох, исходное положение. Выдох, колени врозь. Вместе. Врозь. Вместе. Врозь. Вместе. Разводим колени. Соединяем. Разводим. Соединяем. И раз. И два. Руки положили в стороны,
ноги стоят согнутые вместе, покачиваем двумя ногами направо, переводим налево, с небольшой амплитудой, два колена вправо, два колена влево, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два. Стоп. Ноги остались согнутыми. Пальцы рук переплели между собой в замке, на грудную клетку положили. Тянемся замком в сторону потолка. Делаем вдох. Кладем кисти на грудную клетку, локти в стороны. Тянемся вверх за руками. Вдох. Опускаем вниз. Выдох. Поднимаем руки вверх, опускаем, и четыре, и вниз, вдох, выдох, делаем вверх, вниз, вверх, вниз, и раз, и два. Руки согнуты в локтях. Расцепили замок, локти прижали к грудной клетке, опираемся на пятки, на локти, поднимаем таз от пола, вверх подняли таз, опустили. Поднимаемся вверх, напрягаем ягодицы, опускаемся. Подъем раз, опустились два. Вверх раз, вниз два. Вверх раз, вниз два. И раз, и два. Положили ладони на грудную клетку. После вдоха кашлевыми толчками выдыхаем. Сделали неглубокий вдох. Обе руки лежат на грудной клетке. Покашливаем. Еще вдох. И покашливаем. Придерживая грудную клетку. Еще вдох. И выдох. Еще и выдох. Хорошо. Закончили. Положили руки вниз, ноги опустили, выпрямили их. Поднимаем правую ногу вверх, носок на себя, бедро напрягаем. Раз, опускаем два. Левую ногу поднимаем. Три, четыре. Правая раз, два. Левая – три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ладони на животе, надуваем живот на вдохе. На выдохе втягиваем в себя, прижимаем поясницу. Дыхание неглубокое, мышцами живота работаем. То поднимается живот вверх, то втягиваем в себя. Надуваем живот, втягиваем. И раз, и два. Руки опустили вниз вдоль туловища. Сгибаем правую ногу, колено тянем к груди. Правую ногу раз, опустили вниз, два. Левую ногу согнули. Три, четыре. Делаем. Раз, два, три, четыре. 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 Подтянули два колена к животу, обхватили руками. Покачиваемся из стороны в сторону, сбоку на бок, глубоко не перекатываемся. Катаемся на пояснице, на ягодицах. С лопатки на лопатку. Перекатываемся вперед-назад, то на таз, то на лопатке, то на таз, то на лопатке.
небольшой амплитудой, не садиться, на копчик не перекатываться. Прокатываем поясницу и грудной отдел. Заканчиваем перекаты, согнутые ноги поставили на пол, руки вдоль туловища, голова опущена. Идем лежа, поднимаем то правое колено к животу, то левое. Раз, меняем, два, идем. Раз и два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз и стоп. Ноги согнутые. Опускаем колени к полу, поворачиваемся на бок. Упираемся обеими ладошками в пол, приподнимаем верхнюю часть тела к попытке сесть. Опускаемся. Снова ладонями упор, попытка сесть за счет опоры на руки, и опускаемся. Еще делаем подъем вверх и опускаемся. То же самое мы тренируем и на другом боку, для того, чтобы научиться вставать после операции, вне зависимости от какая сторона будет оперирована. Опускаемся на бок. Ложимся. После выполнения комплекса на одном и на другом боку встаем с кровати, ходим по палате в течение 1-2 минут, затем ходим по лестнице вверх и вниз, тоже 1-2 минуты. На этом наш комплекс закончен. Спасибо!